Всем привет! С вами Миля, и у нас сегодня новости. На сайте телепроекта «Дом-2» выложили ролик с обнаженной бывшей участницей Элиной Камерон, украденной из ее телефона. Элина подает в суд на популярное телешоу. Причиной обращения послужил этот видеоролик, в котором танцует абсолютно голая Элина. По словам девушки, ее личное видео распространили по сети хакеры, взломавшие онлайн-хранилище «Облако». Видео, записанное Элиной для своего возлюбленного, которое попало на обозрение десятков миллионов зрителей, негативно сказалось не только на репутации девушки, воспитывающей дочку, но и повлияло на ее бизнес. Сейчас вместе с адвокатом Элина готовит судебный иск, в котором потребует компенсацию за моральный ущерб у руководства «Дом-2». Но, по слухам в интернете, есть и другая версия. Согласно ей, Элина сама выложила свое интимное видео, чтобы поднять рейтинги и заставить вновь говорить о себе. Если это действительно так, то задумка Камерон удалась. А как вы думаете, сама ли Элина выложила видео или ее взломали? Поделитесь своим мнением в комментариях. На сегодня все. Ставьте лайк, если вам нравится видео, делитесь с друзьями и подписывайтесь. До новых встреч, всем пока!